требуют деньги за лекарства в стационаре, будьте бдительны. По закону при наличии диагноза вы имеете право на получение бесплатных лекарств в стационаре в рамках обязательного медицинского страхования. Такие препараты включены в особый список. Жительница городского округа Химки проходила лечение в Химкинской центральной клинической больнице. И установлено, что в нарушение требований действующего законодательства лечение в стационаре проходило за счет денежных средств последней. Указанная ситуация возникла в связи с ненадлежащим отношением к своим служебным обязанностям заведующей отделением. Если персонал требует оплатить лекарства, включенные в список бесплатных, обращайтесь к правоохранителям.